Привет, друзья! Из Дубая с вами команда «Успех вместе» и старший вице-президент компании Greenfood Global Андрей Шаура. Давайте проверим качество связи по 10-бальной шкале, как слышно и видно. Если связь отличная, мы продолжим наше мероприятие. Вижу, связь отличная, это радует. Итак, друзья, сегодня много будет для вас интересных новостей. Наконец-то мы выходим с вами на большую дорогу, на большую тропу, и у нас у всех большое будущее. Мы с вами идем правильным путем. Так, у кого нет звука, сейчас я скажу, что сделать. Отключу чат, давайте немного сделаем выдержку, я им напишу, чтобы они перезагрузили. Сделаем с вами небольшую паузу, секунд 30. Сейчас у них произойдет перезагрузка, и мы продолжим с вами мероприятие. А пока идет перезагрузка, посмотрите, какой вид. Шикарные небоскребы, яхты, красота, Персидский залив. И мы с вами сейчас ведем прямой эфир как раз из Дубая. И сегодня мы обговорим, как правильно действовать, чтобы каждый из нас добился больших результатов. Итак, сделали перезагрузку. Я сейчас включаю чат и спрашиваю, если связь у вас отличная, по 10-бальной системе поставьте оценочку. Итак, проверяем качество связи. Итак, вижу, что связь, кто перезагрузил, у многих наладилась. Оценочки у всех десяточки, это радует. Пожалуйста, напишите, кто с какой страны, кто с какого региона. Я вижу, присутствует Украина, Россия, Болгария, Италия, Швейцария, Германия, Израиль. Супер! Посмотрите, сколько стран мира. Латвия, Эстония, Казахстан, Узбекистан. Браво! Англия, Дубай. Так, это у нас Молдавия, Турция, Америка. Сколько много регионов. Вот это да. Вот это да. Мы с вами на правильном пути. У нас с вами международная команда. Успех вместе. И мы с вами делаем большое дело. Связь я вижу сейчас отличная. Поэтому я отключаю чат. И мы продолжаем с вами наше мероприятие. И... давайте с вами по делу. Я сразу напишу, у кого не слышно, чтобы обновили. Итак, все, поехали. С вами старший вице-президент компании Greenfood Global Андрей Шаура. Сегодня команда «Успех вместе» поручила мне провести для вас информационную встречу. Эта встреча будет посвящена... компании Greenfood Global. Компания Greenfood Global – это международный бренд, который работает 3,5 года в мире. И приятная новость – мы сейчас с вами создали фундамент для открытия Евразии. И в конце 2013 года будет большое красочное открытие. То есть вы сейчас стоите у истоков компании, которая по актуальности является номером один в мире. Что мы сегодня людям даем? Первое. Мы людям даем возможность дохода. Второе, возможность развиваться как личность. Третье, нести в массу миссию, миссия здорового образа жизни. Четвертое, мы предлагаем людям, благодаря первому в мире мультивитамину для вашего автомобиля на любой заправке мира, заправляться в среднем на 25% дешевле. Витамин называется EnviroTabs. Первый в мире мультивитамин для вашего автомобиля на любой заправке мира. Что дает автомобиль? Не автомобиль, а витамин. Дает вам возможность экономить топливо на любой заправке и защитить двигатель. И давайте с вами сейчас поговорим, что вы будете получать взамен, если будете рассказывать об этом людям. Рассказывать через интернет, рассказывать через ролики в YouTube, рассказывать в офисах топливной компании,
рассказывать через диск, через брошюры, что вы получите взамен. Или будете приглашать людей на конференции, на которой вы сейчас находитесь. Вы будете получать награду. Что такое награда? Наша компания поощряет наших партнеров. Вы получаете подарки от нашей компании. Это новые телефоны, это айпады. И я хочу поздравить Сергея Столбова. Он получил вот такой новый мини-айпад в подарок. Хочу поздравить Ивана Колобова. Иван, вот этот подарок из Дубая я привезу в Москву и лично тебе в Москве вручу этот приз, где будет у нас тренинг 27 апреля 2013 года. Мы делаем запуск Москвы. Будет большой международный тренинг. Люди приезжают с разных регионов мира в Москву, чтобы получить новые знания. И также целую неделю с 22 апреля по 27 апреля мы делаем презентации этого бизнеса в элитном отеле. Далее. Наша компания дает путешествия. Путешествия в подарок в Англию, в Испанию, в Гавайи. И сейчас мы провели саммит в Дубае, и было более 15 человек из нашей команды. Каждому из этих людей наше руководство оплатило 5-звездочный отель в Дубае и разные призы, разные поездки, экскурсии. Приятно, конечно, получать поездки в подарок, когда ты сделал определенные действия. Также у нашей компании есть автопрограмма. То есть любой из вас, кто в течение 6-24 месяцев сделает небольшой труд, но труд, определенные усилия, создаст организацию, возглавит свою организацию, то вы получите бонус, кодированный бонус, и будете покупать автомобиль своей мечты. Я хочу поздравить наших партнеров, которые уже сегодня приобрели автомобили своей мечты. Посмотрите, Сергей Столбов купил автомобиль BMW X5 2012 года на кодированный бонус. И Андрей Шаура приобрел вот такой автомобиль BMW 750 Li также на часть кодированного бонуса. То есть кодированный бонус позволяет вам уже сегодня покупать машины в нашей компании. И мы это уже делаем. Также наша компания предоставляет кодированный бонус на покупки недвижимости, погашение ипотеки, покупка земли, погашение кредитов. И вы будете жить без долгов. И вы будете путешествовать по миру. Вот что сегодня наша компания может вам дать. Взамен на ваши усилия, взамен на ваш труд. Теперь я хочу познакомить вас с нашей командой. Наша команда — это люди разных профессий, разных возрастов. Это люди друг на друга не похожи. Мы все объединены в одну упряжку. Наша упряжка — это то, что мы вместе. И наш портал международный называется «Успех вместе». Мы дополняем друг друга своими примерами, своими результатами, своими знаниями. И я горжусь каждым из вас, кто присутствует на этом портале, ходит на презентации, делает вклад в развитие общей победы. Вы молодцы, каждый, кто здесь, вы делаете вклад именно в общую победу. Самое ценное – это не твоя победа, это победа всей команды. И, как вы знаете, в Дубае мне вручили приз первому в мире старшему вице-президенту Greenfood Global вот такой шикарный подарок. Это наша заслуга, ребята. Каждый из вас частицу своего сердца, своей души вложил в эту победу. И мы молодцы. Ни одного в мире такого статуса нет. Это именно команда, которая ходит на международный портал «Успех вместе» создала. Это наши вице-президенты. И давайте сейчас познакомимся с этими людьми. Кто такие вице-президенты? Если вы посмотрите в комнату, вы видите Сергей Столбов, Игорь Мишарин, Иван Колобов, Денис Чураков. Это 4 вице-президента. Это 4 человека, которые сегодня делают большой вклад в развитие нашей команды. У этих людей надо учиться, к этим людям надо прислушиваться. И я рад, что есть такие руководители, у которых можно учиться и стоит учиться. Теперь давайте познакомимся, и вы сейчас все поймете. Это люди разных возрастов, разных профессий, разных религий, но у них одна цель – это быть примером для людей.
И когда ты пример для людей, ты меняешь свою жизнь, и меняется жизнь окружающих людей. И я хочу познакомить вас с этими людьми. Это люди, которые друг на друга не похожи. И это люди, которые сегодня получают колоссальные чеки. Вы тоже сегодня узнаете, как можно вместе с нами получать хорошие дивиденды за то, что вы будете знакомить население с новым брендом. И давайте познакомимся с этими людьми. То есть это люди разных возрастов, разных профессий. Друг на друга совершенно, как вы видите, не похожи. Но их доходы заслуживают уважения. Потому что это люди, которые стоят сегодня у истоков. Мы самые первые. Нам всех всего сложнее, но мы за это получаем хорошие дивиденды. И вот вы видите здесь и предпринимателей, и полковников, и инженеров, и студентов, пенсионеров. Это люди друг друга дополняют. И вот Дарья Земскова, это домохозяйка, мама, она дома через интернет зарабатывает деньги. Посмотрите, Ольга Скороходова, бывшим директор ГРНО. Или вот посмотрите, Владислав Соколенко, студент из Белоруссии, его доход впечатляет. Магомед Сайпулаев, красавчик, в Махачкале, в трудных условиях заработал такую сумму. И вот вы видите, бухгалтера, психологи, руководители предприятий, пенсионеры. Вот смотрите, Любовь Олешко, пенсионер, доход почти 4000 долларов. Пенсия, как вы понимаете, у пенсионеров сегодня небольшая, и Любовь молодец, сделала большой вклад в развитие команды. Вот посмотрите, Анатолий Зинковский, Георгий Сапрыкин, Нина Баженова, пенсионер, более 30 лет стажа, 8000 пенсия, и сегодня заработала более 5000 долларов. Нина, я знаю, что вы уже заработали гораздо больше. Вы напишите свои доходы. На самом деле ваш доход более 7 тысяч долларов. Вы поставьте, пусть люди знают об этом. Наталья Харчикова, молодая, красивая, успешная. Александр Попутца, Виктор Силин, Сергей и Нина Титовы – это фермеры. Но их доход каждую неделю растет. Татьяна Почтарь, молодая девушка, 23 года, студент. И доход 7700 долларов. Светлана Немчинова, учитель, в прошлом педагог. Константин Бардин, инвестор. Александр Володько, вице-президент. Иван Колобов, вице-президент. Дмитрий Сафонов, руководитель. Маргарита Васильевна Вельц, предприниматель. Денис Чураков, вице-президент. Игорь Мишарин, вице-президент. Сергей Столбов, вице-президент. И это самое начало. То есть мы стоим сейчас с вами у истоков. Я горжусь нашей командой, я горжусь каждым из вас. Вы молодцы, вы на правильном пути, вы несете эту звезду и помогаете людям. Это правильный шаг, это правильное решение. И мы сейчас хотим с вами поделиться нашими новостями, что нас ждет. В 2013 году ждет большое открытие рынка, раз. Второе, сейчас идет предоткрытие. То есть мы создаем документы, мы создаем базу, мы создаем фундамент, мы создаем склады. И мы сегодня даем вам, уважаемые друзья, кто сюда пришли первый раз, возможность возглавить вашу страну, вашу область, ваши края, девятиэтажки, поселки. Вы сегодня первые. И я вас с этим поздравляю, потому что быть у истоков топливной компании, ребята, это... Но действительно чудо, звезды совпали таким образом, что вы первые, самые первые. Что такое быть первым? Когда-то в свое время фирма Samsung была неизвестна в ваших странах. Она зашла в вашу страну 20 лет назад, 30 лет назад. И тогда фирма Samsung предлагала возглавить жителям этой страны быть дилером в каждом регионе. Кто-то возглавил Samsung и сейчас получает проценты 10 лет, 20 лет, 30 лет. Кто-то возглавил iPad, Apple фирму, кто-то возглавил бутики, то есть кто-то на сегодняшний день продвигает парфюмы, разные бутики, и туалет и так далее. Кто эти люди? Это люди, которые создали когда-то первыми и продвинули этот бренд. И сегодня мы вам предлагаем быть первым у истоков бренда EnviroTabs, первый в мире мультивитамин для вашего автомобиля. Что вы делаете? Приезжаете на любую заправку мира, берете витаминку, берете пистолет, витаминку закладываете в пистолет, пистолет вставляете в бензобак, топливо поддается, бензин, дизель, газ под давлением в ваш автомобиль, и потом
Витаминка что делает? Повышает иммунитет вашего автомобиля, защита двигателя, полное сгорание топлива в камере автомобиля. Ваш автомобиль проезжает длиннее путь, при продаже ваш автомобиль дороже, и 25% вы экономите денег. Посчитайте, сколько вы тратите на топливо за год. И 25% останется в кармане, на вашей банковской карте, на ваших или просто наличка. Поэтому на сегодняшний день мы вам предлагаем с этим брендом сотрудничать и рассказывать об этом людям. Поверьте, компания вам заплатит за каждую вашу слезинку, за каждый потраченный ваш час, за каждое ваше усилие, подарками, бонусами, путешествиями. Вы вместе с нами будете покупать новые автомобили, покупать недвижимость и получать от компании в подарок разные подарки. Поэтому подумайте о нашем предложении сегодня. Задумайтесь. И давайте сейчас поставим план. Общий план общей команды. Что нам надо сделать? Первое. Вы должны четко понимать, что сейчас в интернете каждый день, вот здесь вот жмете расписание, у нас будет две презентации. Это вам надо понять. Для вас будут выступать 4 вице-президента. Завтра в 15:00 Москвы для вас будет выступать вице-президент Иван Колобов. В 20:00 Москвы завтра для вас будет выступать вице-президент Сергей Столбов. Также в 21:00 Москвы завтра будет тренинг, обучение. Завтра бесплатный, безвозмездный тренинг для вас, кто хочет получать хорошие чеки. В четверг в 15:00 для вас выступает Иван Колобов. И в четверг в 20:00 для вас выступает вице-президент Денис Чураков. И что я хочу сказать, что сегодня международная система «Успех вместе» – это единственная система, где выступает 3 вице-президента и 1 старший вице-президент. То есть это портал, где есть успех. Это портал, где на сегодняшний день ежедневно растет рейтинг. То есть растет рейтинг команды, и рейтинг именно ваших усилий. Сейчас я вам это продемонстрирую на экране. Вот мы зашли на Валексу и смотрим популярность сайта. Актуален ли этот сайт? Идет ли портал правильным путем? И я вас поздравляю. За 4,5 месяца международный портал «Успех вместе» в России из более чем несколько миллионов сайтов уже занимает 943 место. И вы видите, что каждый день проценты идут вверх. Если проценты идут вверх, растет тренд команды, значит, вы и денег больше получаете. Значит, у вас эффективно люди трудятся. И в мире из 1 миллиарда мы занимаем за 4,5 месяца в начале миллиарда 20 495 место. Это общая победа, это общая заслуга, и мы с вами молодцы. Итак, подвели итоги. То есть рейтинг компании растет, рейтинг системы, обучающей «Успех вместе» международного робота растет. Все больше и больше у нас вице-президентов выступает для вас. Вот как вам новость? Вот как вам новость, я открываю сейчас чат, что 3 вице-президента и 1 старший вице-президент для вас будет выступать в течение 3 дней. Совершенно разные люди, разных профессий, разных религий, с разными ценностями. Вы у них будете учиться. То есть ни одной системы в мире сегодня нет, чтобы были такие большие ранги, чтобы была такая значимость руководителей. Ваши новички приходят, видят красивых, успешных людей разного возраста, в костюмах, понимаете, не в майках. То есть в красивых местах, с Дубая презентация, с Москвы презентация. То есть люди, которые идут вперед и добиваются результатов вместе с вами. Я вижу, что вы воодушевлены, я вижу, что вы идете сегодня вперед, и я вас всех поздравляю, особенно поздравляю новых людей. Посмотрите, вот внизу, вот это все новые люди, посмотрите, сколько их много. То есть мы ждем вас пополнения в нашу команду. Сегодня много людей на презентации, это говорит о том, что система работает, это говорит о том, что мы с вами идем вперед. И это отличная новость. Теперь давайте с вами поговорим, что нас ждет еще. Я сейчас отключаю чат, чтобы систему не перегружать. Мне модераторы сказали, что сейчас в прямом эфире
Уже более 400 человек нас смотрит. То есть сейчас в прямом эфире более 400 человек смотрит. И более 30 офисов подключилось, и в каждом офисе сидит по 10, по 20, по 50 человек. То есть в общем количестве сейчас эту презентацию смотрит более 1000 человек. Представляете? Вот. То есть система сейчас не полное количество показывает людей. Это говорит о классе, это говорит о правильных действиях нашей системы. Теперь смотрите, расписание я вам показал. То есть вы должны знать, что каждый день в 15.00 и в 20.00 вам необходимо приходить на презентацию. Будут выступать разные люди, учиться у них. И завтра в 21.00 вот здесь будет тренинг, будет обучение. Поэтому мы вас ждем завтра на тренинге. И также я хочу сейчас вас познакомить с этими людьми, которые будут вас обучать. Это завтра будет выступать Иван Колобов, вице-президент компании Greenfood Global. Человек, который сегодня зарабатывает хорошие суммы. Его рекорд за 3 часа $650. То есть у этого человека есть чему учиться. И также сейчас хочу вас представить вам Дениса Чуракова и Сергея Столбова. Итак, в прямом эфире у вас сейчас будет возможность познакомиться с вице-президентом компании Greenfood Global. Денис Чураков для вас будет выступать. Уважаемые друзья, в пятницу в 20.00 Москвы. Итак, встречаем. Денис Чураков, вам слово, пожалуйста. Можете говорить. Привет, друзья. Привет вам из Дубая. Здесь очень такая хорошая, позитивная атмосфера. И я вижу, как Андрею даже трудно сдерживать свои эмоции. Вот. На самом деле, классная поездка. Очень много интересной информации мы здесь получили. И в первую очередь я сейчас быстренько хочу спросить в чате новичков, как вообще информацию, вот вы первый раз кто пришел, кто в чем-то разобрался, как вам информация? Привет, я вижу, здесь моя команда есть. Вот. Ладно, хорошо, новичок у нас может еще пока не разбираться, может отлично, Юрий пишет, да, все увидел. Привет огромный, Руслан, всем привет. Значит, вижу команду. Значит, ребята, зовут меня Денис Чураков. В этом бизнесе, в топливном, я более 2 лет. И именно вот в этой команде, я сейчас работаю в этой компании, я работаю 4.5 месяца активно. Я за это время сделал себе такой статус, который я в предыдущей команде делал 1.5 года. Вот, в принципе, даже не доделал. Всему, в принципе, виной вот такой интересный продукт, да, с которым компания зашла на рынок. Вот. Значит, о продукте вы подробно узнаете потом. Значит, мое решение было войти в эту компанию очень обдуманно, и у меня уже были люди, была тоже своя небольшая команда. Мы проверили этот продукт. Мы этот продукт проверили, я лично убедился. И после того, как я еще поговорил со своим другом Полом Харрисоном, и он меня убедил в том, что здесь очень порядочные люди. И вот сейчас в Дубае я познакомился с Билл Хайманом и Мэриэн, его супруга. Это замечательная пара из Америки, и это хозяева компании, да? Я увидел, насколько эти люди очень серьезно относятся к своему делу. Насколько этот бизнес входит очень серьезно, опять же, в Россию и в Евразию. Вот. И с точки зрения бухгалтерских всех, две бухгалтерские компании ее курируют, значит, и две адвокатские. Это говорит о том, что люди сегодня думают о том, что как этот бизнес будет развиваться через 20 лет, через 30 лет и так далее. Поэтому это огромный бизнес.
и именно люди, те, которые понимают, у меня сейчас большие команды работают в Красноярске, большая команда работает в Одессе, в Воронеже, в Крыму, и им всем большой огромный привет. Вот, и люди разные. В этот бизнес приходят от студента, пенсионера до директоров и соучредителей компании, потому что очень актуальный продукт, очень. Андрей сказал, что мы сейчас готовим документы, вся компания готовит документы. Но мы должны понимать, в первую очередь, что мы работаем уже полным ходом. Полным ходом, потому как наш бизнес является, это электронная коммерция, которая работает через интернет. И для международный бизнес. И для этого у нас все документы есть на сайте. И все разрешающие документы ввозить эту продукцию на территорию СНГ и продавать, они тоже есть у нас. Поэтому наша задача сегодня правильно разобраться и работать. Я, ну как бы немножко, да, выполнил промоушен и заработал свой чек, в принципе, около 2-2,5 тысяч долларов в неделю. Благодаря тому, что мои люди, которые пошли за мной, да, которые мне поверили, сразу, буквально с первых дней, убедились в том, что этот продукт классный, этот продукт работает, и люди начали работать, увидели результаты свои, да, и на самом деле трудно удержать эти. У меня есть люди, директор компании Владимир Дорофеев, я его приветствую здесь, если он есть. Он, будучи в классическом бизнесе всегда работая, он сейчас полностью погрузился в этот бизнес и сделал прекрасный офис в городе Воронеже. У меня есть человек, который приехал ко мне за экономией и в конце концов сейчас начал строить бизнес. У него большая транспортная компания, он работает сейчас в сети и строит бизнес. Потому что в этом бизнесе не 1000 долларов, не 10 тысяч. Здесь очень большие суммы, потому что мы первые на рынке. И еще раз, новичок. Хотел бы, чтобы ты сегодня разобрался. Именно с сегодняшнего дня твоя жизнь начала меняться. Всего доброго. С вами был Денис Чураков, вице-президент компании Greenfield Global. Вот такая у нас прекрасная команда, вот такие руководители. Вы видите то, что мы разные. И это дает людям, которые приходят на эти презентации, познакомиться с нами и поверить в этот бизнес гораздо интереснее, гораздо лучше. Сейчас я хочу вам представить человека, который сделал большой вклад в развитие вообще общей команды Greenfood Global и обучающей системы «Успех вместе». Это Сергей Столбов. Завтра в 20.00 Сергей Столбов Москвы, в 20.00 Москвы, будет рассказывать, как он вышел на доход и заработал более 30 тысяч долларов сегодня. То есть это человек успешен. Это человек, который сегодня входит в топ-3, в топ-3 компании по чекам. То есть Денис Чураков, Андрей Шаура, Сергей Столбов – это люди, которые ходят в топ-5 компаний. Это люди, которые могут вас научить успеху, успешным действиям. И сейчас я передаю слово своему другу и нашему партнеру Сергей Столбов, вице-президент компании Greenfood Global. Привет, друзья! Я рад опять быть в эфире, потому что для меня это уже любимое место. – Я очень люблю передавать свои знания, свою энергию, свои эмоции всем, кто сегодня с нами строит этот бизнес, и всем, кто сегодня проявляет интерес. Дело в том, что это потрясающее место, это потрясающая возможность сегодня начать менять свою жизнь, обучаться у мультимиллионеров, обучаться у успешных людей, брать у них самое лучшее и делать самые правильные вещи. Все, что мы делаем, это мы делаем с большой любовью. Мы сегодня помогаем экологии, мы сегодня помогаем машинам, помогаем людям. Мы приводим людей к новым доходам. И делаем это все еще с использованием интернет-технологий. Мы пошагово проводим новичка от момента первой регистрации, от момента первой презентации до регистрации. И далее мы просто ведем и помогаем людям зарабатывать деньги. Это очень дорогого стоит. На самом деле... Но не каждая команда может таким похвастаться. У нас очень большой заряд, много энергии, много знаний. И мы с удовольствием делимся с вами. И я завтра проведу прекрасную презентацию. Приходите своих людей. А сегодня я просто передаю вам пламенный привет
из Дубая, потому что здесь сегодня центр событий, здесь сегодня творится история, и здесь сегодня самая высокая температура, причем не потому, что солнце светит, а потому что наши эмоции, наши силы, наша, так сказать, синергия, да, когда мы объединены общей идеей, общей задачей, она дает такие результаты, от которых просто волосы стоят дыбом, и некогда спать, и просто невозможно уснуть. Я желаю вам всем узнать об этом бизнесе, разобраться и принять правильное решение. Не торопитесь, но и не отставайте. Дело в том, что тот, кто сегодня первый, того и тапки. Таков закон джунглей, закон общежития. И вообще, в этой жизни преуспевает тот, кто действует быстро. Всего доброго всем, до завтра! Итак, друзья, продолжаем нашу встречу. Благодарю Сергея за выступление. С вами Андрей Шаура, старший вице-президент компании Greenfood Global. Как у вас настрой? Вы вообще чувствуете, в какую команду вы пришли? Я лично благодарю верхние силы за то, что они нас с вами познакомили, за то, что мы вместе делаем благое дело, за то, что мы заботимся об экологии, за то, что мы сегодня защищаем двигатель, машину. За то, что мы помогаем развивать личность, за то, что сегодня мы помогаем людям заработать деньги, защищаем экологию, за то, что мы с вами сила, что мы команда. Я вас всех люблю, потому что вы лучшие люди, потому что мы сегодня создаем с вами новое движение успеха, новое движение людей, которые в правильном направлении. Мы не будем с вами плакать, нам некогда расстраиваться. Мы с вами будем трудиться, мы будем показывать свой пример, мы будем идти вперед, и мы вместе добьемся больших результатов. Потому что мы команда, у нас нет конкуренции. И сейчас я вам хочу показать послание от Билл Хаймана, послание от Пол Харрисона, послание от Мариан. Вы просто не представляете, на что нас ждет. Нас ждут большие победы. Ребята, давайте с вами сейчас это посмотрим. Что делать, я расскажу в конце. У нас еще есть немного времени. Я хочу вам показать выступление людей, которые являются легендами в индустрии мультилевел-маркетинга. Люди, которые сегодня успешны. Также хочу поприветствовать Александр Володько, к нам присоединился из города Сочи, вице-президент компании Greenfood Global. Александр, ждем тебя также в разделе спикеров. Сегодня у нас выступает уже три вице-президента и один старший вице-президент. Будем рады и также твоему вкладу в развитие команды. А сейчас я хочу передать послание наших руководителей, людей, которые сегодня действительно успешны и которые знают, что такое успех. Внимание на экран. Привет, друзья! С вами Андрей Шаура, старший вице-президент компании Greenfood Global. Хочу вас познакомить с нашей командой. Это удивительные люди. Это большие руководители, за которыми мы идем. Хорошая новость, что наши руководители уже подготовили фундамент в Евразии. И мы в конце 2013 года будем делать большое событие, большое открытие. У вас есть возможность сейчас присоединиться к нам и вместе с нами создать большой бизнес. Вас ждут десятки, сотни тысяч долларов. Я вам хочу сказать честно. В неделю или в месяц. Мы уже начинаем получать только на ранней стадии такие чеки. Это приятно. И люди, с которыми я вас хочу познакомить, они удивительны. Это люди, которые сегодня имеют большой опыт. Таких людей единицы. И давайте с вами познакомимся с ними. Мариан и Билл Хайман – это пара с Америки. Это крупные руководители. У них более 50 лет опыта в индустрии сетевого бизнеса совместно. И эти люди являются мультимиллионерами. У них очень большие чеки. И я лично рад, что они нас будут обучать. То, что эти люди будут давать нам знания. Билл Хайман является соавтором и автором нескольких книг. Такие книги, как всем известные, вы знаете, «Куриный суп». Для души сетевого маркетинга и многие другие книги. То есть они являются бестселлерами. И также хочу представить, это Пол Харрисон, это человек, который живет в Англии, бизнесмен, более 15 лет опыта в индустрии мультилевел-маркетинга, бизнес-тренер и также наш друг и наставник.
И я хочу, чтобы каждый из них поделился своей частицей. Приз. You know, the beauty of getting into a strong company. Что хорошего, когда ты присоединяешься к сильной компании? That is debt-free. Это она без долгов. And proven. И доказано себя. With real leadership. С реальными лидерами. As it goes from small to big. Когда она развивается от маленькой до большой. Cannot be overstated. Это нельзя переоценить. You have a chance to get involved in a global company. У вас есть шанс присоединиться к глобальной компании. And be one of the very first people as the company goes from small to big. И быть одним из первых, когда компания прыгнет от маленькой до большой. In real estate, it's all about location, location, location. В продаже недвижимости все зависит от места расположения. In network marketing, it's all about timing, timing, timing. А в сетевом маркетинге все зависит от правильного времени. Время, время, время. We look forward to seeing you at upcoming events. Мы с нетерпением ждем вас на предстоящих событиях. And be grateful you got the early call. И будет очень приятно, если вы будете первым. Because you were here first. Потому что вы были первым. Paul. I have a 15-year career in this industry. У меня карьера 15 лет в этой индустрии. And I've seen many companies, good and bad. Я видел плохие и хорошие компании. I've worked in the field and I've worked corporately. Я работал на земле и корпоративным работником. And I've never been as excited as I am today. Я никогда не был столько воодушевлен и возбужден, как я сейчас. Sitting in Dubai. Сидеть сейчас в Дубае. With partners. С партнерами. Friends. Друзьями. Talking about the future. Говорить о будущем. Talking about changing people's lives. Говоря о том, как мы изменяем жизни. Talking about possibilities. Говоря о том, что есть возможность. We have started our business in Eurasia. Мы начали наш бизнес в Евразии. In 7 months. В течение 7 месяцев. Wow. Просто вау. Wow. And we just started. И мы только начали. We have a dream team of professional full-time network marketers. У нас есть команда мечты профессиональных сетевиков. And we're here to take this business right to the next level. Мы готовы передвинуть этот бизнес на следующий уровень. We're here with the owners. Мы здесь с владельцами компании. What they don't know about the industry is not worth knowing. А то, что они знают о индустрии, действительно ценно, чтобы знать каждому. But it's a great feeling to know you're in good hands. Потому что очень приятно осознавать, что вы в хороших руках. Got an amazing company. Удивительная компания. An amazing product. Удивительная продукция. A compensation plan that changes lives. Компенсационный план, который изменяет жизни людей. And owners that care. И владельцы, которые заботятся о дистрибьюторах. Join our team. Присоединяйтесь к нашей команде. We have leaders throughout Eurasia. У нас лидеры по всей Евразии. Throughout Europe. По всей Европе. And we're just starting. И мы только начинаем. The best. Самое лучшее. Is yet to come. Еще будет. Спасибо. Мария. Well, welcome. Добро пожаловать. We're really excited to be here in Dubai with the group. Нам очень приятно быть как группа сегодня в Дубае. We're eager to meet all of you. Мы с нетерпением ждем встречи со всеми вами. To help each and every one of you achieve your dreams, your financial dreams, as well as your personal dreams. Чтобы помочь вам всем достичь вашей финансовой свободы, ваших желаний, ваших мечты. And we look forward to meeting you all. И мы с нетерпением ждем встретиться со всеми вами. Вот представляете, какое у нас внутреннее сейчас ощущение. То есть такие люди, такая команда, такие перспективы. И вы сейчас первые, вы стоите у истоков. Вам только надо принять решение. Мы вам поможем. Мы вас направим. У нас есть обучающая система, международная обучающая система «Успех вместе».
это портал, который работает на автомате. То есть вы все это будете делать через интернет. Вам не надо летать на большие расстояния, вам не надо платить большие деньги. Мы вас научим, как сегодня делать бизнес номер один в топливной индустрии. Присоединяйтесь к нам. Welcome, друзья. Итак, продолжаем наше с вами мероприятие. Я включаю чат и задаю вопрос. Если в этом чате есть новые люди, которые на сегодняшний день, готовы начать этот бизнес, поставьте цифру 7. Тогда я вам расскажу, что надо сделать. То есть мы вам покажем, что на сегодняшний день надо это сделать. Кому запись была плохо видна, я вам в Ютубе дам ссылку. Вы в Ютубе потом посмотрите. То есть послушайте внимательно в Ютубе послание наших наставников. А сейчас давайте с вами сосредоточимся именно на информации. Именно на информации, потому что это самое ценное, что есть. У меня осталось совсем немного времени. И моя задача сейчас вам дать информацию. Вот это видео, вы его потом прослушайте и посмотрите. Я скину сейчас его в чат вам. Скидываю в чат. Вы эту ссылку скопируйте и потом посмотрите. И также вот еще ролик «Добро пожаловать в нашу команду». Но сейчас мы будем говорить не об этом. Сейчас мы будем говорить, как это сделать профессионально, как это сделать с точки зрения техники. Я вижу, что много людей приняло решение присоединиться к нашей компании. Я вас поздравляю, потому что здесь живые люди находятся. Система «Успех вместе» — это именно люди, которые сегодня живые, которые готовы меняться. Уважаемые коллеги, друзья, посмотрите внимательно на экран. Что надо делать и с чего начать? Все очень просто. Вы смотрите сейчас на слайды, я показываю и рассказываю. Что вам надо понять? Компания международная, компания новая в Евразии, это большой плюс для сетевого бизнеса. Компания делает открытие сейчас в любом городе, и вам надо возглавить ваш город, ваш поселок, вашу область. То есть примите на себя решение, возьмите ответственность в свои руки. Несмотря на то, что ты пенсионер, студент, генерал, скажи, я здесь буду успешен. Я буду успешен в этой команде, и мы тебе поможем. Цена на топливо растет, растет стремительно. И, как вы понимаете, цена падать не будет. Она будет идти всегда вверх. Средняя цена в Европе полтора года назад была 54 рубля, а сегодня 60 рублей. И вы видите, какие цены в Европе. 70 рублей, 60 рублей, 50 рублей. Нас, кто сейчас в странах СНГ, ждет та же участь. По законодательству стран СНГ и Российской Федерации, как вы видите, цены уже на заправке изменились. Дизель раньше стоил 24 рубля, сейчас от 30 рублей, 35, 37 и так далее. То есть сейчас цены будут меняться. Есть причины роста цен на топливо. Я вам не буду сейчас показывать все эти ролики, рассказывать. Но вы должны понять, что топливо сейчас переходит на новый стандарт. Евро 3, евро 4, евро 5. Значит, меняется производство, меняется качество топлива. И цена будет выше. И по всем телеканалам мира, и в том числе СНГ и России, сейчас говорят о том, что идет вверх, что цена растет, и на этом можно неплохо заработать. И если мы с вами заправляемся некачественным топливом, то еще не забывайте, на официальной заправке более 25% контрафакта. На официальной заправке вы заливаете бензин, дизель, газ. Чем это вредно? Двигатель может остановиться, клапана сгорят, свечи будете менять чаще, топливная система полетит. И чтобы этого не было, надо сегодня принять решение, что вы вместе с нами, что вы за новые технологии, что вы за свою жизнь, что вы за свободный образ жизни, но свобода – это ваша ответственность. То есть вам надо принять и сказать себе «да». И мы сегодня вам предлагаем. Первое – это экономить топливо и защитить свой двигатель, защитить свой автомобиль. EnviroTaps – первый в мире мультивитамин для любой единицы техники, где есть камера внутреннего сгорания. Это дизельные генераторы, это бензиновые генераторы, сельское хозяйство, трактора, комбайны, бульдозеры, речной и морской флот, транспортные компании по перевозке пассажиров, транспортные компании по перевозке грузов. Что еще? Промышленные компании, легковой транспорт. Только в России 36 миллионов машин автолюбителей, а в мире более миллиарда единиц техники. Что мы предлагаем? Посмотреть вокруг. У твоего соседа есть бензопила, у твоего друга есть машина, у твоего отца есть, к примеру, дизельный генератор.
Например, твой друг занимается сельским хозяйством, им нужен EnviroTabs. Они устали менять форсунки, они устали платить за ремонт клапанов и за замену, они устали менять свечи. Вот решение. Защита техники в 2-3 раза. Сегодня все люди, кто имеет технику, ищут защиту от некачественных присадок, от некачественного топлива. А помимо этого, эта защита и еще витамин. Поднимается иммунитет автомобиля, чистится камера сгорания, топливо все сгорает в камере автомобиля. И вот такая упаковка витаминок стоит $40 в странах СНГ, 40 евро для клиента в Европе и 1300 рублей в России. Такой упаковки хватает более чем на 1000 литров топлива. То есть у меня в руках более 5 бочек хорошего топлива по классу сгорания выше, чем Евро-8. По выхлопным характеристикам стандарт Евро-10, которого нет в природе. Что это такое? Это вот такая пачка, в ней 28 витаминок. Одной витаминки хватает от 25 до 50 литров. При постоянном применении витамина у вас будет хватать одной витаминки примерно на 40 литров, на 40-50. Следовательно, вы с одной вот такой пачки будете экономить. Отдали $40, назад вернули в виде экономии $300-1000. То есть, отдав $40 однажды за пачку, вы вернете назад только в виде экономии $300-1000. Но я хочу сказать, что у меня есть автомобиль, и я свой автомобиль лично использую витамин для своего автомобиля, для защиты техники, для защиты двигателя. Мне экономия важна. Я посчитал, что в год экономлю 100 тысяч рублей только на экономии топлива. Но самое важное для моего автомобиля, это то, чтобы он чувствовал себя комфортно. Поэтому я специально заправляю витамин, чтобы защитить двигатель. Чтобы автомобиль чувствовал себя комфортно. И давайте сейчас узнаем, кто находится в чате. Пожалуйста, напишите, я открываю чат, какой у вас автомобиль, какая у вас экономия, с какого бака у вас экономия. Расскажите ваши результаты, и мы прочитаем. Я знаю, что многие из вас уже пользуются продуктом в разных странах мира. Хотят только самое начало, и через 3 года будут говорить все, что я знаю этот бренд. Но через 3 года, на сегодняшний день, вы что сделаете? Вы возглавите этот бренд. Через год, 3 года вы будете получать процент от каждого литра автолюбителя, дальнобойщика. То есть мы вам предлагаем сегодня проценты в топливной индустрии. Процент на каждой заправке от каждого жителя вашей страны, вашего города, вашего поселка. Конечно, реально, Сергей. Я раньше, конечно, в это не верил. Но сейчас я твердо знаю, что это работает, потому что проверил на своей технике, лично убедился. У кого нет своего автомобиля, вы можете на этом зарабатывать. То есть вы можете на этом зарабатывать. То есть если у вас нет автомобиля, это не важно. И вот я сейчас зачитаю результаты людей, которые написали. Смотрите, Дмитрий Начаркин. Люди, думал, что лажа, но оказывается вещь классная. Испытал на 4 машинах. Vista Ardeo 2000 года 31% экономия. Vitz 15%. VAZ 20%. Lachetti 17%. Константин Бардин. Автомобиль BMW 528. Экономия 30%. Евгений Веденеев. Chevrolet Elica. Расход с 23 литров упал на 14 литров. Салават Ханов. 25% экономия. VAZ 2107. Магомед Сайпулаев, у моего друга Лада 14 модель, с бака экономия 10 литров. Александр Швачич, экономия с 12,5 литров упала на 8,5, ВАЗ-21012. Дмитрий Сафонов, дизель, Nissan Pathfinder, экономия 21-25%. Сергей Потихин, Kia Sport, 2009 года, экономия с 4 бака 31%. Я открою чат, вы напишите еще результаты. Я не буду зачитывать все результаты, их очень много. Потому что люди пользуются продуктом в разных странах мира. И нас сейчас много, но через год, 3 года нас будут сотни тысяч людей в мире. Вот и думайте, хотите вы присоединиться к этой теме? Хотите вы защитить свой двигатель? Хотите вы получать проценты вместе с нами? Вам решать, уважаемые друзья. Мы твердо приняли решение, что мы хотим. И помимо этого, мы еще зарабатываем деньги. То есть мы рассказываем об этом людям, люди об этом узнают. И в 150 странах мира люди заказывают продукт, курьер привозит продукт домой или на предприятие. Вы заправляете витамин на своей заправке. И у нас есть решение 3 проблем. Это витамин EnviroTabs. Цена на топливо становится у вас меньше.
Качество топлива по классу сгорания становится лучше, и экология улучшается. Следовательно, вы за это будете получать деньги. Так вот, денег здесь достаточно. Я не буду сегодня говорить про свои чеки, потому что есть доходы наших партнеров. То есть достаточно показать доходы наших партнеров, и вам будет все понятно. Сейчас я попрошу всех партнеров, кто в нашей индустрии через интернет или на земле, в свободное время за час, за месяц, за полгода, в свободное время от работы, учебы, классического бизнеса, в свободное время от занятий с внуком получил определенные доходы, напишите ваши результаты в чат. Я просто расскажу, что вот такие доходы мы уже получаем. Мой друг получил за 3 дня доход $2235. Знаю человека, который за 4 дня заработал $8000. 4 дня $8000 хорошей суммы. И сейчас я открываю чат. И, пожалуйста, напишите, кто уже вместе с нами получает доходы. Деньги мы получаем каждую неделю вот на такую банковскую карточку. Каждую неделю вы выводите деньги. Любая карта Сбербанк, а значит Visa Classic или MasterCard. То есть на сегодняшний день в любом банкомате мира вы можете снимать каждую неделю деньги. Этих денег достаточно. Пожалуйста, в чате новички пока ничего не пишите, чтобы не отвлекать спикеров, потому что очень много сообщений. Мы сейчас как раз и покажем, что делать. Рассказывать об этом продукте людям. Приглашать людей на презентацию. Приглашать людей разобраться в этой возможности. И вот смотрите, что я хочу вам сказать. Вот люди написали свои результаты. Дмитрий Сафонов заработал более $11000. Сергей Потехин работал продавцом-консультантом бытовой техники. Зарплата была $200 на Украине. Сейчас в сутки зарабатывает иногда порой такие деньги. Александр Швачич работал инкассатором более 10 лет, зарабатывал $800 в месяц. Пахал с утра до ночи, рисковал жизнью каждый день. За 2 месяца в бизнесе, не напрягаясь, заработал через интернет $3500. Мой рекорд за день $450. Далее, Евгений Веденеев заработал в свободное время хорошие суммы, то есть вы видите, более $1500. Евгений Клименков, Краснодарский край, за первых 7 дней через интернет заработал $700, супер. Магомед Сайпулаев, в неделю доход $550. Салават Ханов, студент, $465 в неделю. Иван Коловов, более $11000. И результатов очень много, еще пишите, я остановлю чат и сейчас покажу, что делать. Как это делать? И у вас на сегодняшний день есть возможность быть первым в этой индустрии. Люди пишут и пишут, приятно. Сергей Столбов, Сергей Долинский, Александр Мульченко, Иван Росков, Наталья Малова. То есть домохозяйка, студент, предприниматель, монтер. И вы видите, что на сегодняшний день результаты колоссальные. Итак, уважаемые друзья, давайте с вами сейчас продолжим наше мероприятие и обговорим важные вопросы. Валентина, вы напишите в службу поддержку, на конференции такие вопросы не пишут. Вы напишите, когда заказали заказ, и этот заказ вам придет домой на вашу почту. Итак, результаты хорошие, вы видите, что люди написали свои результаты, а теперь давайте посмотрим, что делать. У вас у всех есть кнопка. Заходите на главную страницу, и вот здесь у вас есть кнопка «Менеджер». Жмете кнопку «Менеджер», у вас появляется вот здесь кнопка «Менеджер», контакты менеджера, скайп, телефон, почта. Вы связываетесь со своим менеджером. Менеджер вам объясняет все, как и что делать. Менеджер вам помогает зарегистрироваться. Вы прямо сейчас можете, вот здесь есть кнопка у вас «Заказать товар». То есть жмете кнопку «Заказать товар» и покупаете продукт. Оплачиваете карточкой Visa Classic или MasterCard. Продукт вам приходит домой, и вы как клиент пользуетесь витамином. Но также вы можете нажать кнопку «Начать бизнес». Если менеджер пока не вышел с вами на связь, а вы ему обязательно должны написать. Жмете кнопку «Менеджер», пишите ему письмо вот сюда по телефону, по скайпу или на почту, или контакт Facebook «Одноклассники». И если он с вами не связался, надо сейчас начать кнопку «Бизнес». У вас откроется новая страница,
И вот здесь выбрать язык. Русский, испанский, английский. Выбираете русский язык, жмете кнопкой «Регистрация». Вот здесь регистрация. И заполняете все не русскими буквами, а латинскими буквами. То есть вот здесь вот надо заполнить анкету. Например, вы придумываете офис, ваш офис будет называться 373G. То есть имя, фамилия, адрес доставки, все латинскими буквами. Русский шрифт не используйте. Потом достаете банковскую карточку, способы оплаты. Visa Classic, MasterCard, Visa Electron и Maestro не подходит. Делаете оплату, или Kiwi, еще Kiwi подходит. И за $50 у вас появляется офис топливной компании. То есть компания вам дает вот такой офис топливной компании, и у вас появляется организация. И вы начинаете приглашать людей. У вас две команды, одна влево, другая вправо. И у вас наставник есть. Ваш наставник в одну из команд ставит своих людей. И вот посмотрите, на сегодняшний день в моей организации, в нашей команде находится 7862 дилерских центра слева и 6558 дилерских центров справа. Итог. Более в 30 странах мира 14420 дилерских центров. Это общая заслуга, это общее действие команды. Если вы вовремя займете позицию, а ваш менеджер сегодня вам предоставит эту возможность, то есть если вы прямо сейчас ему напишите в Skype, на телефон, на почту, то он вам поможет занять лучшую позицию. И ваш бизнес в геометрической прогрессии будет развиваться. Вы приглашаете людей, одного влево, другого вправо, одного влево, другого вправо, одного влево, другого вправо. И люди у вас вот здесь появляются и вот здесь. Люди делают покупки, заправляются в разных странах мира, а вы получаете процент за дилерскую сеть. Потому что мы вам предложили создать дилерскую сеть. Далее что происходит? Происходит то, что люди заправляют автомобили, заправляют большегрузную технику. Автолюбитель экономит от 10 тысяч рублей до 200 в месяц. Дальнобойщик экономит от $500 до $5000 в месяц. Сельское хозяйство с нами работает, промышленные компании, транспортные компании. И мы вас научим правильно рассказывать об этом людям. Билл Хайман, вы видели на ролике, кто это? Это человек-легенда. Человек, который является соавтор и автор нескольких книг. Пол Харрисон, наш наставник с Англии. У этого человека приятно учиться, у этого человека стоит учиться. И он в этой системе вам будет давать знания. У нас есть обучающая система и тренинги. И есть международный портал «Успех вместе». Вы на нем сейчас находитесь. Он помогает вам делать бизнес под ключ на автомате. И что вам сегодня надо понять? Что начать этот бизнес стоит всего $50. И вы можете за $50 заключить контракт. У вас будет бизнес на год. Ваш собственный магазин, франчайзинг. Готовая модель бизнеса. 365 дней в году, 24 часа в сутки. И у вас будет бизнес на автомате. За $50 вы зарегистрировались, и любой продукт в компании вы будете покупать в два раза дешевле. Наши руководители уже показывали перспективы по новым продуктам в Дубае. Я вам хочу сказать, что лично уже держал продукты. Не буду говорить, какие, потому что в ближайшее время, в течение нескольких лет, мы на рынок будем вводить много разных продуктов. Какие эти продукты будут, вы узнаете в будущем. Сейчас у нас есть вот этот продукт, и это наша мощность и сила. То есть это продукт, который сегодня работает. Появляется офис на испанском, русском, английском языке у вас. И вы получаете деньги через интернет, раз. Вы получаете деньги за реализацию продуктов. То есть приобрели за $20, реализовали за $40. Если вы 1000 пачек реализовали, вы заработали $20 000 на продажах. 100 пачек реализовали, заработали $2000. И еще вы можете один раз в жизни разово любой пакет из этих купить. Это оптовый пакет со скидкой большой и с бонусами. Вот эти пакеты, это вы узнаете завтра в тренинге. Завтра будет в тренинг в 21.00 Москвы. И вы завтра узнаете, что такое оптовый пакет, какие вы получаете привилегии от компании, дополнительные деньги и бонусы на свой счет получите. То есть это вам будут давать оптовые пакеты. Но сегодня нет времени об этом говорить. Могу сказать так. Вы взяли оптовый пакет, вы заключили контракт, вы стали активным, баллы вам накапливаются за всю структуру, вы реализовываете продукт, например, 30 упаковок взяли, реализовали, заработали $600 сверху. Плюс наставник вам вот сюда приглашает людей, у вас воронка,
И эта воронка идет от вас. Все покупки идут к вам, на ваш номер. Каждую неделю вам компания выплачивает деньги. И через полгода, три года, так как мы сегодня вам предлагаем большой бизнес, ваша организация вырастет, десятки и сотни тысяч автолюбителей будут в вашей организации, они будут заправлять автомобиль, они будут защищать двигатель, они будут заправлять масло, и у вас будет защита вашей техники и защита их техники. Люди будут это делать еженедельно, ежемесячно, потому что бензин, дизель, газ имеет свойство заканчиваться в бензобаке. И вы, естественно, на протяжении 3 лет, 5 лет, 10 лет будете получать пассивный доход на автомате. То есть бизнес под ключ на автомате. И вот такие чеки, это, ну, смешно, потому что Билл Хайман озвучил такую сумму, что каждую неделю у вас есть возможность в будущем, через несколько лет, получать 200-250 тысяч долларов в неделю. Это топливный бизнес. Но сейчас, конечно, мы об этих деньгах говорить не будем. Потому что эти деньги вот здесь вот прописаны, это завтра на тренинге. Кто действительно хочет начать бизнес, приходите завтра на тренинг, мы вас научим, покажем вам прокодированный бонус, как получить поездку в Англию, в Испанию. Кстати, мы сейчас в Барселону собираемся, на Гавайи. И помимо этого, у вас есть возможность получать в подарок. Вот iPad Сергея Столбова, вот iPad Ивана Колобова. И вы сегодня можете от нашей команды и от лица руководителей получать уже подарки. Покупать автомобили на кодированный бонус, покупать недвижимость. И я вас с этим поздравляю. Вы на правильном пути. И последнее, что мне осталось вам сказать, чтобы вы долго не думали, потому что кто первый займет позицию, тот и будет стоять у истоков этой компании. Я сейчас вам покажу, как это происходит. Вот когда мы начинали эту презентацию, наша дилерская сеть была 14 420. Но во время презентации, я думаю, кто-то уже зарегистрировался. Кто шустрый, кто дальновидный, он понимает, дай-ка я вперед зарегистрируюсь. И вот сейчас начнутся соревнования. Кто первый из вас зарегистрируется, он обгонит другого. То есть следующий человек будет под вами, если ваш наставник поставит человека. И вот смотрите, какое количество сейчас стало. 7862 слева плюс 6561 справа. То есть было 14420, а стало 14423. То есть бизнес вырос во время моего выступления. Поэтому $50 это не деньги, это не риск, это франчайзинг, это бизнес под ключ. Вы не вкладываете денег, вы заключаете контракт и покупаете право иметь собственный бизнес от мирового бренда. И ваш наставник, когда вы заходите в систему «Успех вместе», нажимаете кнопку, начинает вас обучать. И последнее, что мне осталось вам сказать, это то, что вам необходимо сделать домашнее задание. То есть, какое домашнее задание? Записывайте. Первое. Нажать кнопку «Менеджер». Записали? Написали. Первое. Нажать кнопку «Менеджер». Связаться с менеджером. По телефону, по скайпу, по одноклассникам. Второе. Зайти прямо сейчас, потому что потом у вас такой возможности не будет. И нажать вот здесь кнопку «Начать бизнес». Жмете кнопку, у вас появляется офис топливной компании. Вот здесь вы жмете «Регистрация» и регистрируйтесь за $50. И наставник вам помогает. То есть это второе домашнее задание. Третье, что вам надо сделать. Если наставник пока не выходит на связь, вам надо начать разбираться в этом бизнесе. То есть слушать школу. То есть, если вы приняли решение быть успешным, то вам надо, пока ваш наставник выходит на связь с вами, прослушать вот этот тренинг. Этот тренинг вам приоткроет возможности этого бизнеса. Четвертое, что вам надо сделать, это изучить бизнес изнутри и посмотреть, что такое наша команда, посмотреть послания руководителей и принять для себя решение, надо это вам или не надо. Потому что с вами или без вас мы этот бизнес уже построили, но с вами будет лучше. Потому что мы одна команда, мы одно целое. Поэтому принимайте решения, обдумывайте свои результаты, и ваши наставники вам помогут. Ваши наставники будут вас знакомить с вице-президентами, и вице-президент будет помогать вам и вашему наставнику продвигаться по карьерной лестнице. И последнее, чем я хочу вас познакомить, это бизнес на автомате. То есть вы можете этот бизнес делать на автомате. Как это делается?
Вы можете это делать через международные социальные сети. Одноклассники, Facebook, Контакт и так далее. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. То есть, смотрите. Я сейчас ввожу пароль. Захожу в Контакт. И показываю вам, как это работает на автомате. Смотрите. Вот так выглядит мой Контакт. Facebook, Одноклассники. И я что делаю? Добро пожаловать в команду успеха, делаю статус. Сегодня в 20:00 Москвы эксклюзивная встреча. Прямой эфир из Дубая. Три лидера, три взгляда на один бизнес. Количество мест ограничено. И вот здесь я делаю реферальную ссылку. Что такое реферальная ссылка? У вас есть система, выглядит она вот так. Это международный робот, который делает бизнес под ключ 24 часа в сутки. Чтобы он у вас был активный, вам надо нажать оплата офиса. Это пятое домашнее задание. Нажмите оплата офиса, жмете оплатить на месяц, на 3, на 6 или на год. Месяц стоит всего $10. Это цена, которая сегодня меньше, чем сходить в кино вдвоем и еще колу там попить. Оплачивайте на месяц, на 3 месяца, на 6 месяцев или на год со скидкой портал. У вас активируются все вот эти кнопочки. Вы заходите в мой профиль, заполняете ваши данные, имя, фамилию. Вот здесь вот ставите логин топливной компании, а вот здесь придумывайте название вашего робота. 3Z, 3P, 37, 38, Петров, Сидоров. Это ваша реферальная страница. Это страница захвата, это сайт воронка, это система 2.0. Жмете сохранить, и у вас вот здесь появляются ссылки. И вы вот эти ссылки через интернет, 11 ссылок, одна главная и 10 вспомогательных. Вы вот этих 11 ссылок настраиваете. Вот здесь вот есть разные ссылки. Вот здесь вот вы жмете, например, вот такую ссылку, ставите послание. Здесь успех вместе, здесь экономия топлива, здесь доход пенсионера, здесь экономия топлива через в Сочи, как это происходит, доход студента. И зашли в Контакт, Facebook, установили эту страничку реферальную. Любая ссылочка сюда ставится для студента, для предпринимателя. Ну, к примеру, я вам покажу, как выглядит для студента. Вот смотрите, студенты зарабатывают деньги в интернете. Человек жмет вот сюда, и появляется робот. И робот студента ведет пошагово. И студент выступает для студента. То есть психология. Здравствуйте, меня зовут Семен Диденко. Этим летом я закончил институт, но по специальности я куда-то не пошел. Так как познакомился с возможностью сотрудничать с компанией Greenfield Global. Компания на сегодняшний день предлагает нам несколько возможностей. Первое. Заправляться в среднем на заправке, имея каждый пятый бак бесплатно. Вторая возможность – получать процент с каждого потраченного литра топлива, предприятий, автолюбителей. Я этой возможностью воспользовался и за неделю сотрудничал с компанией Greenfield Global заработал $600. Для меня это отличные деньги, и это все благодаря нашей системе «Успех вместе», а также нашим руководителям. Андрей Шаура, Пол Каллисон и Билл Хайман. Друзья, я желаю вам удачи и правильных решений. Присоединяйтесь. Люди, что такое робот? Вы заплатили $10, и робот работает. Facebook, Контакт, Skype, Одноклассники. И ваши люди жмут сюда, знакомые и незнакомые, по рекламе, не по рекламе, выбирают бесплатный билет, заполняют свои данные. Робот их поздравляет так же, как и вас. У них появляется бесплатная система «Успех вместе», где они будут ходить на все тренинги бесплатно, на все мероприятия бесплатно. И если они хотят создать платного робота, то они по своей инициативе создают вот такой профиль, и робот показывает, что сегодня было 40 человек на маленькой презентации, 31 вчера, за прошлую неделю 438. И также робот меня поздравляет и показывает, что 16 числа робот зарегистрировал Сергея 1, Сергея 2, и первый Сергей и второй Сергей сейчас находятся на конференции. Я вас поздравляю, два Сергея, я ваш менеджер, обратитесь ко мне, если вас заинтересует эта тема, то через год я вам помогу выйти на доход минимум $10,000. Вы видите, здесь Украина подключилась, Россия, Казахстан, Корея, и показывается, кто приобрел какой пакет, за $600, за $600, за $50,
Человек оплатил офис, начал бизнес. То есть робот – это бизнес под ключ на автомате. И этот робот постоянно растет вместе с нами. Поэтому, уважаемые друзья, в заключении нашей встречи приглашаю завтра вас по расписанию. В 15:00 для вас выступит вице-президент Иван Колобов. В 20:00 выступит вице-президент Сергей Столбов. И в 21:00 для вас выступит команда и будет тренинг «Как быть успешным». То есть вот так вот выглядит наше расписание. Я вас всех приглашаю на новые встречи, на новые тренинги. А сейчас присоединяйтесь к нашей компании и команде. С вами был ваш друг Андрей Шаура. Всем удачи, друзья! Успехов вам в жизни! Мы на правильном пути! Я вам желаю благополучия, счастья, путешествий и наслаждайтесь жизнью. Давайте вместе с вами наполнять эту жизнь прекрасными примерами. Поэтому давайте делать, давайте действовать. И я вам прислал ролик, как мы плавали командой на корабле в Дубае. И также сейчас мы пойдем на 35 этаж. Это ресторан элитный. Там 15 видов мяса. Я очень сильно хочу, чтобы вы были с нами, чтобы вы в такие места путешествовали вместе с нами. Смотрите эти ролики, изучайте эти ролики, наслаждайтесь успехом команды. И я обещаю, что сделаю все возможное, что есть в моих силах, для того, чтобы каждый из вас путешествовал по миру, наслаждался жизнью и был примером для своей семьи и общества. Мне действительно по-настоящему сегодня охота каждому из вас помочь, протянуть руку. Лишь бы вы услышали нас, потому что сегодня действительно мы на правильном пути. Вот такая тема, вот такие перспективы. И если есть на конференции новые люди, и вам понравилось то, о чем мы сегодня говорили, но вы еще не разобрались, и вы готовы начать бизнес, связаться со своим менеджером, нажмите кнопку 8, и мы посмотрим, как работает международная система «Успех вместе». То есть действительно ли работает система, действительно ли люди пойдут далее. То есть я сейчас обращаюсь к новым людям. Если вас устроило то, что мы сказали, сделайте оценку. И посмотрите, сколько много новых людей ставит цифру 8. Благодарю вас, друзья. Это самая большая награда, когда новый человек говорит: я готов начать, но мне еще непонятно, я готов связаться с менеджером. Супер! Супер результаты! Вы видите партнеры? А партнеры поставьте цифру 21, если вы видите рост. Вы видите, сколько новых людей поставило цифру 8? Ну все! Увидимся завтра в 15:00 Москвы, в 20:00 Москвы и в 21:00. А также не забудьте, что запуск Москвы будет 22-27 апреля. Мы вас всех ждем в Москве на живых встречах. 22-27 апреля запуск Москвы. Ждите рассылку на почту сегодня по Москве. Всем удачи, счастливо. И сделайте, пожалуйста, в чате отчет про сегодняшнюю презентацию и про мероприятия. Пусть ваши люди узнают план мероприятий на неделю. Пусть все узнают об этом. Не ждите, действуйте прямо сейчас. Поделитесь эмоциями в чате. Поделитесь, что вы узнали для себя. То есть дайте другим людям волну. Пусть они почувствуют себя, что они на правильном пути. Успехов!